На совещании с вице-премьерами глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что в России слишком много университетов для нашей небольшой страны. По мнению премьера, количество высших учебных заведений необходимо уменьшить естественным путем, объединив их в крупные университетские комплексы. Медведев заметил, что предложенные им изменения должны проходить спокойно, без ущерба тем знаниям и тем студентам, которые уже поступили в вузы. Работу над вопросом создания университетских центров глава правительства поручил вице-премьеру Ольге Голодец. Ранее министр образования Дмитрий Ливанов выразил мнение, что число бюджетных мест в российских вузах должно сократиться в два раза, поддержав тем самым идею постепенного перехода на систему платного образования.